Ну вот, произошел нерест пары скалярий. Вот, как мы видим, значит, самец с самкой охраняют. Вот таким образом, значит, самка разложила икру на трубке прямо фильтра аэролифтного. Ну вот самое простейшее оборудование аквариума, да? То есть кто говорит, что там все это сложно и так далее, но раньше же все это разводили. Вот, пожалуйста, аэролифтный фильтр, терморегулятор. Вот. И прям понравилась им эта трубка, место ее расположения. Вот. И они отложили икру. Ну вот, на удивление, жесткость здесь 16 градусов Цельсия по немецкой шкале, как оказалось. Вот. И что-то там 270, что ли, а нет, 300 с чем-то по нашей шкале. Вот, то есть это очень жесткая вода. PH здесь порядка 7,5 и выше, и 8, и даже может быть 8,5. Но тем не менее, вот из трех пар, посаженных нами, вот одна пара нормально воспринимает, то есть и в этой воде нормально нерестится. Хотя вот что-то у самки я наблюдаю. Ну, пары были созданы искусственно нами, то есть из уже выращенных производителей. Мы просто взрослых скалярий посадили. Вот они сами определились. Вот. Ну и вот мы видим. Вот у самки что-то с животом. Непонятно. Яйцеклад у нее как-то торчал. Прямо как будто киста яйцеклада, что ли. Но тем не менее, вот, пожалуйста. Потомство, которое растет, подтверждает, что все это реально. Остались с предыдущего, значит, нереста мальки. Вот самка их воспитывает, в сторону отгоняет от икры. То есть к икре подходить нельзя. Охрана. Даже от собственных детей. Когда Миша отлавливал предыдущих детей, ну вот, братьев и сестер, которые остались, они чуть Мишу не разорвали в клочья. А сейчас этих же детей уже отгоняются. Икра. Атас. Все враги. Никому не верь. Враг притаился за углом. Так вот, папаша вышел туда посмотреть, что это, кто это. Значит, дети выстроились внизу. Все строго у родителей. Один с одними, другой с другими. Самое смешное, что самка же не бьет малька. Если бы она захотела сейчас съесть любого из них, это просто вот 3 секунды бы составило времени. В том-то и дело, что она им что-то там объясняет, что они должны вести себя культурно. Вот предыдущих, когда они родились, предыдущие еще сидели с папой и с мамой. И вот самое смешное, что мы как-то проворонили этот момент, да, что они уже отнерестились и икра вылупилась. Вот. И Миша отловил, значит, больших, а потом смотрим, появились маленькие. То есть маленькие где-то находились в стороне. То есть папа и мама, как в детском садике, вот как сейчас мама объясняет им что-то. Вот. То есть старшую группу от младшей они сами разделяли, чтобы каннибализма не было, видать.
Может, конечно, кого-то и воруют втихаря. Но, тем не менее, мы этого не зарегистрировали. Вот, значит. Папа, мама с икрой. Детеныши ищут. Миша, надо сказать завтра, чтобы отловил от греха подальше.